They say they're by the system, abide by what's written. Rules are just the way it is and not meant to be questioned. Go to school, go to college, with that knowledge, get a job. It's all about the money, and that's how the money's got. Grow up, get a family. Так, всем привет! Сегодня мы едем в Макао на вот этом катере, который стоит 150 евро, по-моему. У нас, кстати, осталось всего 25 минут. Voice speak loudly, throw our hearts to the people, wear our honesty proudly, spill our guts to the masses so they know they ain't alone. Hit them with the messages that ain't hitting their phone. Journey through the sound waves and straight into your soul. Let you know that life is something only you can mold. When you feel you're at your edge, throw you something you can hold. Bring you back to the earth and put you back in control. Так, вот они, кассы. Наконец-то нашли кассы, где можно заплатить кэшем. Excuse me, how much is it? 134. Okay, hello, I need one ticket. Сколько получается? Thank you. 164 канадских доллара. Да, в час 45. Back inside my thoughts, misery love company. These days I walk alone. They ask me if I'm lost, said I was, but made it home. They ask me about the cross, said I leave that talk alone. Так, вот он наш катер. Мы на нем поедем. Places I've been shown, but my lungs are yet to breathe. So let me live my life. Only I decide if how I live is right. I know we could go back and forth all night, but life is infinite and I swear it's meant to inspire. Spark going, I'm growing till hope is moving in fire. Said the world's getting dark, add to the light through my lighter. If you saying we ain't dope, hope you choking, know you a liar. You can sit back and watch me set the world on fire. Cause I don't wanna be. Короче, сели, все нормально, но места. О, окошко, но окошко очень-очень грязное, ничего не видно вообще. Короче, как я и думал, когда мы начали ехать, стало немного стекло отмываться, но все равно пока ничего не видно. Все очень сильно качает так. И тут даже есть такой пакетик, если вы хотите. Все, китайцы продуманные. Такие дела. Mountains, no levels too tall. I was gifted this mindset. I'll gift it to y'all. Gift it right back. Turbojet. Most live under my feet. Live at a height in which most couldn't breathe. Trying to get to a height that most lives have been seen. Cause I woke up, my nightmares proceeded to dream. But when the world tries to break me down, take me back to where my peace is found. Wind through the trees, whispers through the breeze. Out there, no one can tell me that I can't live them dreams. Добрались до поезда на автобусе за 6 гонконгских долларов. Сейчас надо найти попить, промыть горло от моих струганий. Тут тоже правостороннее движение. В Макао, походу, очень популярны моторашки. У меня столько моторашек. Ебать! Я столько моторашек вообще не видел в этом месте. Короче, мы походу не там вышли на автобусе. Сейчас нам нужно идти пешком. Очень долго, наверное, где-то полчаса. Мы уже видим эту башню, мой тауэр. Но идти без нее еще нормально. Так, сейчас, короче, пожрали в Макдаке и идем на башню. Да. Конечно, в Макдаке есть вообще дерьмо, особенно здесь, Макдак не очень, но зато он дешевле. Кстати, по поводу цены на корабле, на катере, то он 160 евро, я думаю, это в обе стороны, на самом деле только в одну сторону, в обратную надо будет тоже покупать билет за 160 евро, ой, 160 долларов гонконгских, но зато не нужно покупать визу, что большой плюс. Короче, мы поняли, что опаздываем уже. Хотим посмотреть вид сверху еще при свете дня. Солнце уже садится, поэтому бежим к башне, она уже близко совсем. Там вид охуенный, надо успеть. Размялись. Давай. Куда идти, туда?
ты поймешь, такие цели. Едем ближе уже. Да, правда, едем с сухоглазами. Едем с сухоглазами. Стеклянный. Полустеклянного нету. Не, слушай, я, наверное, не рискнул прыгнуть, но больше нет. Ты прикинь? Да, блядь, ты прикинь, мы еще даже половину, блядь. Всего ну, блин, ну просто прыгаешь. Что значит просто прыгаешь? Какой нахер аттракцион, прыгает там высоко. Я сейчас перекрутил. А уши закладывает. Ну, в общем, смотрите сами. Как-то, блядь. Тут можно на мол, а так облокачиваться, блядь. Понятно, что можно. Нормально. Ну вот, в общем, мы добрались до самого верха, 64 этажа, где-то 30 с чем-то метров, я не помню. И вот там такой адский вид вниз. Можно встать к самому краю. Вот так встать к самому краю и облокотиться на стекло вот так. Да, в общем, прикольно, довольно можно по кругу ходить, там вон закат. Вот такие дела. Очень классный вид. Кстати, на второй площадке еще можно прыгнуть вниз. Вот оттуда. Стоит примерно 380 баксов, евро или евро, там не помню. И счет 20, то это мостик и видео. Как видите, здесь есть стеклянный пол, можно сказать, что все китайцы боятся, не знаю. Мне кажется, можно легко попрыгнуть на него. Не уверен, ну так, стремновато немного, 330 метров. Фанаты канала моего. Первый раз я смотрю тебя. Собственно, на этом все. Добрались вот мы до башни Макао Тауэр. Очень крутой вид, стеклянный пол. Да, были и при свете, и вот сейчас уже стемнело, тоже очень красиво. Этот город даже чем-то больше мне нравится, чем Гонконг сверху. Ну, а не то, что больше нравится, просто он другой. Вот. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Также можете сделать репост и подписывайтесь на канал на Ютубе. Там будет еще много других видео про Гонконг, уже есть. Вот, а мы сейчас поедем обратно, надеюсь, нормально доберемся, успеем вообще до... Сейчас последний катер отходит через 2,5 часа. Надеюсь, нормально доберемся. Не стошнит, ничего, все будет круто. Все, давайте с вами будем Гордей. Пока. Обратно едем на супер-люксе, супер-джете с кожаными сиденьями, как в бизнес-классе в самолете. Вот, столик такой, вставка деревянная, типа. И главное, что есть стекло, в котором можно смотреть нормально. Типа, оно прозрачное, видно. Вот. Ну, конечно, тут они позаботились о пакетиках. Так что, если снова захочется настругать, то всегда я буду знать, куда это сделать. Короче, мне снова херово, я не могу ехать на катере. Сейчас я снова настругаю.
В общем, я тоже живой человек, и я просто не могу. Буду езжать до последнего. Гонконг, на самом деле, нет, живем в гетто в очень маленьком номере. И пока мы до него доходим, докапываемся, куча индусов паривает нам там наркоту всякую, марихуану, кокаин, шлюх, часы. Ну, сейчас вы все сами увидите, я буду снимать скрытой камерой. Thank you. Володя, хочешь? No. Гашиш, no. Нашли гонконгский авторынок бушных машин. И сейчас вам расскажу, сколько стоят машины в Гонконге. 2003 года за 88 тысяч гонконгских долларов. За 45 тысяч долларов гонконгских 2002 года объемом 2,4.